не видно ничего третьего, заградили совсем. Признать Суханова Тимура Николаевича, Кузьмина Ариана Александровича, Бегаева Тамерлана Нарбековича, виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу в виде 7 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кузьмину Ариану Александровичу в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Бегаеву Тамерлану Майербековичу в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 10 июля 2023 года. Адвоката Марги его представившую удостоверение. Да, снимаем так, как есть. Давайте 30 секунд и выключаем камеру. Представившую удостоверение 125-35 и ордер 6-10 от 10. Да. Частично признал. Ну а что, если, как говорится, глупо оспаривать, что 800 тысяч рублей действительно были получены, но их никто не требовал, никто ничего не угрожал. То есть он признал тот факт, что он взял деньги? Факт получения денежных средств, да, за удаление действительно этого поста.